Сегодня я хочу рассказать вам форму растений, а именно про мох, да? Про мох. Вот такое есть растение. Ну, они как и грибы, то ли плесень. Но они совсем другие растения. Вот. Энергия молнии, которая падает на землю у нас в Чурапче, она распространяется по всей поверхности земли. Таких земель очень много нашей планете Земля. И энергия вылетает от всех растительных иголок, потому что они все острые. Вот кактус, ежик, вот. Волосы человека, усы, борода. А вот еще, вот смотрите, мох, да? Она тоже имеет вот острые края, чтобы отсюда энергия вылетала. Энергия вылетает, плюсовая, минусовая входит, и эта минусовая притягивает к нему катион водорода. И таким образом мох растет быстрее. Смотрите, все мохи, да, вот смотри, вот все мохи имеют острые края, чтобы от них энергия молнии вылетала. Вот смотрите, энергия молнии вылетает, плюсовая вылетает, минусовая входит. И от земли, где есть много водорода, она тянет к ним катион водорода. Вот поэтому они должны все должны становиться съедобными, чтобы человек их мог кушать. И вот они должны расти больше и в темноте светиться. Спасибо за внимание.